have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Оладушки, Айзек и Шимура, идем в трамвайную починку, как бы это ни прозвучало. Итак, давненько мы тут не были. Я вас понимаю, тех, кто просил записывать только одну игру, я просто постараюсь записывать больше, чтобы у нас влазило и то, что мы хотим. Блин, что за шайбу я взял? Ладно, потом разберемся. Главное взять все, а потом уже разберемся. Аудиолог. Vents into engineering. You got a stasis module handy? We need one in tram maintenance stat. The autoloader's fried. I got a damaged tram car on the tracks, and if the whole system's gridlocked, you're calling. Temple here, sending a stasis module now. What happened to the autoloader? No idea. A lot of shit's been breaking down. I keep hearing things. Down in the gears where no one could be. Я слышу всякую фигню там внизу, где, по идее, никого не должно быть. Мы как бы знаем, что это. Чё-то не знаю, у меня такое подозрение, что, наверное, нужно бы сделать немножечко светлее, потому что, ну, мне лично ни чертища не видно. Как вам это будет смотреться на Ютубе, я не знаю. Блин, на месте Айзека? Никому не пожелал бы оказаться на месте Айзека, но все же. Так, минуточку, а стазис у нас... Нет, F это... Блин, я забыл, кнопка стазис, погоди. Та-та-та-та-та-та-та-та-та. C. Да, я понял, хорошо. Control. Так, давайте смотреть. Ну и откуда вы полезете? Да, это я уже понял, кстати. Ну тут то, что висит стазис, что его можно и нужно будет использовать, это я уже понимаю. Ха! Я это ожидал. Так, я что-то обратно уехал. А если я открою вторую дверь, они сразу вылезут? Минуточку, мне нужно просто по скрипту понять, они сразу вылазят или только когда я зафиксирую? Обойдешься? В принципе, ожидаемо. Я бы побежал сейчас открывать, они бы сейчас вылезли. А еще вылезут или нет? Я голову чуваку оттоптал. Так, я его заморозил. Давай второй. Надо замораживать, нет? А, только этот надо замораживать. Хорошо. Меня, в принципе, вполне устраивает. Главное, чтобы на меня не пошли сейчас. Я не хочу, чтобы на меня пошли сейчас.
стоптать. Это же еще не все, да? Вон лезет. Говна кусок. Отлично. Лута из них не было, это печально. That's one down. You said a data board was fried too? Inventory says there's a spare board in the maintenance bay. We can't run the trams without it. Что мне по... Ну нет, патроны у меня еще пока, кстати, есть. Деньги, патроны, Мне показалось, что тут вот вроде меня, возле меня что-то шевелится. Иди ты к черту, пятачок. А, да? Я как раз хотел сказать, что что-то маловато лутецкого. Их прям много тогда надо вытаптывать, да? Да, прикинь, их добивать нужно вытаптывать, а потом еще и вытаптывать из них лут. Их прям в кашу надо вытаптывать. Мне обратно? Ну, сюда же ты показал, да? Да, сюда. Говна кусок какой-то побежал. Я бы сохранился на самом деле. Можно? А, пока же кофеечку хлебну. А то знаете, сейчас что-то прыгнет, у меня кофе выльется. Ребята, знаешь, empty. Да, я буду каждый раз на новый сохраняться. Я пока что не вижу смысла их взаимозаменять. Может, потом как-то, пока что. А сейчас мне... А пока просто валим отсюда. А мне точно сюда, чтобы я зря этот стазис не тратил. Нормально. А, его можно подзарядить, я забыл, что тут есть зарядка. Наверх сейчас, наверное. Ну, хотя... Гаси мне это урона нанесло. Короче, вот это фиговая штука. Очень фиговая. Я уже думал по стандартной схеме. Так, я еще раз, наверное, подлечусь. По стандартной схеме, что я сейчас выстрелю ему в ноги и добью его, а оно на меня хернуло какой-то штукой. Неприятно. Так, use map screen to check important objectives. Блин, это бесит, что нужно. Мне туда. О, а тут не лутано. Здравствуйте. И это не лутано. Ну то есть все, по этим, по огонькам, по лампочкам нужно ориентироваться. А, тут еще одна сейвушка есть. Давайте этого... Чистоплю и убили, можно еще раз ивануться. Я не против, не, знаете, в таких играх сейв лишним не бывает. Особенно это ценишь после Фиренхангер, спасибо им огромное. Очень сильно помогают ценить сейвы, поэтому я не против. Теоретически каждая целая вентиляция это еще шанс на то, что они повылазят. Там мы уже ходили, там нас просто напугали и все. Сюда нам сейчас. Ладно, фиг с вами, здесь я сейвиться не буду. Тут же... Тут мы уже устраивали лизню лизнепилой, да? Да. Ходит или мне кажется?
Проблема в том, что не всегда можно понять, это реально у тебя происходит или это просто фоновый шум какой-то. Мне, скорее всего, Блин, а мне сюда надо. Там что-то светится. А как мне туда попасть? Погоди. Да я по карте посмотрю. Закрыто. Закрыто. Почему и как это открыть? То есть доступ... Ага. Идет вон тут. Сейчас посмотрим. Идет вон туда куда-то, на второй этаж. Сейчас глянем, может быть там какой-то переключатель или что-то есть. Тут мы уже потрошилово устраивали. Вон красный этот провод. Он идет туда куда-то, к переключателю. Так, а мне... Стойте, тут же ж ничего не было, вы чё? Куда? Я ж только что тут проходил. А, сюда. Угу, окей, тут не был. Хилочку возьму. Вот эти блевуны, короче, мне не понравились. Это лифт. Юз. Давайте наверх только. Да, наверх, хорошо. Здесь где-то переключатель для этой фигни. Да ну чё так темно? Нет, серьезно, я понимаю, что хоррор, жуть, все, ну просто тупо некомфортно темно. Я не вижу деталей. Это для чего сделано? Это потому что, типа, раньше графония не было вообще ни у кого никакого. Это поэтому так сделано? Я не пойму. Чтобы не прорисовывать ни хрена? Ну, то есть зачем? Это вот этот вот каркас бьется, я понял. Ищи дурака. Тут они меня поймали, потому что... О, смотри, вот этот встал, эти тоже встанут. Понятно, что второй и третий не встали бы, но... Для успокоения собственной совести. Circuit Breaker. А, это вот эту кнопку надо использовать. Так, lights, elevators. Но так лифт типа не работает. Вы мне предлагаете туда в темноте идти, что ли? Почему у сраного инженера нету сраного фонарика? Это как, блин, называется? Сейчас просто лифт не будет работать, да? Если я пойду. Да за... Наступи ты на него! Отвратительно сейчас получилось просто. Да он, не знаю, затупил с управлением. Он не может пройти, переступить через эту граблю, блин. Окей, они бы на меня вылезли в темноте. Чё мне вообще по аптечкам?
две маленькие, отвратительно. Лифт сейчас не будет работать, так я понимаю? Так, отлично, отлично. Если вы предлагаете туда переться в темноте, ну давайте. Тут я двоих уже уфигачил, я не думаю, что тут они вылезут. Так, а мне в принципе куда? А мне наверное прям в ту комнату и надо, да? О, погоди, это что? Repair device. Так, это мне... Да, придется с выключенным светом ходить. У нас есть фонарик только на пушке. Это просто гениально. Спасибо, Айзек. Я оценил иронию. Это отвратительно. Почему? Ну, блин, ну, опять же, с той же изолентой, если сравнивать Alien Isolation, то, ну, там у тебя есть отдельный фонарик. Да, он на батарейке, да, она садится, нужно его экономить. Ты не можешь постоянно ходить, он привлекает внимание. Но, блин, он есть. Дайте, пожалуйста, опцию. Почему так? И в прицеле... Ой, блин, оно не работает в прицеле. Это блевун, который... Где оно? Я не вижу. А, вот оно. Им две конечности надо отрубить. Надо было его взрывать, кстати. Две конечности надо отрубать. И тогда с ними все хорошо. Стазис. Бенч, погоди. Бенч это, конечно, хорошо. Я еще какую-то шайбу нашел, еще какую-то фигню нашел. Погоди. Это лор. Это я все потом почитаю, надеюсь, если я не забуду. Такое тоже возможно. Тут то, что мне надо. Датаборд, да? Значит, до датаборд надо зайти вот сюда, пока скрипты не сработали. Upgrade, improve the set weapon recapability, invest power notes, and their upgrade. Это вот эти шайбы, которые подбирают, да? Unlock new upgrades to gain access to unique upgrades and expand weapons, upgrade craft, bring upgrade part, bench. Сбросить апгрейды можно в любой момент за деньги. Костюм. В смысле кислород. Плазмокатор. Дэмэдж можно улучшить трижды. 100 поинтов. Capacity первая, вторая. Дэмэдж вторая. И дэмэдж третья. К ним еще вот так вот идти надо. Три шайбы. И reload speed. Кстати, reload speed тоже можно было бы. Извиняюсь. А, хорошо, на этом HP, air capacity, size. А size это что? А, стазис. Ага. Так. Хочу ли я, могу ли я? На самом деле... Кинезис. Погодите, это... А, у меня еще модуль кинезиса будет. Стазис Energy. А. Дюр. А, стазис дюрейшн. Вот что можно улучшить.
Погодите, вот это 100 поинтов, 70 поинтов, а где я вижу свое общее количество поинтов, которые я трачу? Ладно, HP я бы хотел улучшить. Хотел бы. Как минимум. Плазма-катер хотел бы улучшить дэмэдж? Хотел бы. Capacity, да, надо увеличивать. И второй можно идти на второй дэмэдж, так что я буду capacity увеличивать еще раз. А, это... Все, я понял, это... Поинты, это не поинты, за которые я покупаю, это мои поинты. То есть сейчас я буду делать 110 дэмэджа, увеличивая capacity. Я буду, у меня будет 11 патронов, тут будет, получается, 12 патронов. А тут дэмэдж будет, наверное, 120. Ну, хорошо. Релод там мне не особо важен, но он стоит на пути к дэмэджу. Так, ладно. ХПшку себе немножко улучшили, дэмэдж немножко улучшили. Хоть что-то, хоть как-то, ну и на том спасибо. Теперь 11 у нас влазит. Сколько у нас вообще патронов сейчас? То, что две маленьких аптечки мне вообще не устраивают. Но патронов у нас прилично. Ну, надо постараться не допускать урон по себе. Очень оптимистичен насчет get ready to go. Ну ладно. В общем, нет. Как только я подумал, что я в безопасности, игра такая... И все. Не туда? Просто на выход отсюда. Ты подозрительно там, дружище, лежал. Я же помню, что я тут всех убивал уже. Такие ловушки нет. На самом деле ловушки очевидные, но учитывая, что ты идешь без света, учитывая, что у тебя много отвлекающих факторов, они вполне могут сработать, такие ловушки. И я уверен, что я еще попадусь на такое. Аптечка, спасибо. Мне это прям нужно было, так что за это спасибо. Трэм-контрол, это я здесь, да? Да, это я здесь. Знаете, ну его нафиг, я еще раз сохранюсь. Там мне ничего не надо, ничего не надо. Ну ладно. Да. Сейф комплит. Не сюда. Ну то, а блин, ну у меня же она есть, а куда мне тогда? А мне еще и установить надо все, пардоньте. Супер. Я им новый вагончик сделал, тут все починил. Мне туда нет. А почему я не могу к ним выйти? Мы на борту. Что-то на крыше, но это кажется операционным.
Quarantine lockdown's lifted, so you can get to the hangar. Comms are still down, though, so be ready for anything. What's the plan? You and Johnston fix up the Kellyanne. We report to the bridge. Standard emergency protocol. What? Protocol? Hammond, people are dying here. And I'm not losing anyone else. We stick to procedure. We'll get through this. We'll see. Ну, оптимистичненько, конечно, ничего не скажешь. Почему меня с собой-то не взяли? Ладно, куда нам? Ага, теперь в эту дверь. Понял. Вернуться на Киллион. Кстати, мне понравился коммент к прошлой серии, там, где говорят, что в этот раз Айзек предпочитает дам постарше. Посмотрим. Звучит интересно. Вот эта вентиляция выглядит так, как будто отсюда вылезут. Я уже примерно... И вот это тоже. Она просто разбилась, но из нее никто не вылез. Не сюда вообще? Там, не сюда. А там тогда что? А, все, я понял, что это за место. Я понял, мы просто назад идем. Там в прошлый раз скримак был. Слюни чужого. Там что-то интересное происходит. Судя по звукам, это... Значит, эти шайбочки, которые мы находим, это важно. Это наши апгрейды, надо это учесть. Она свалила. Я, наверное, мог его там где-то подстрелить, но, в принципе, ладно. Она меня заманивает, да? Вон я шайбочку подобрал, кстати. В смысле, больше не могу. Да, в смысле... Ты вы... Вообще в своем уме, нет? А где мне эти шайбы смотреть? А, вон, одна, вижу. И 8500 кредов, понял. Откуда ты тут? А, вот откуда. Кто ты, воин? Да бесит то, что они вылазят сзади. Но это нечестно. Я понимаю, что это скриптовая фигня. Все... Тебе это не надо. Я не пойду даже за теми патронами, потому что мне из этих выпали патроны. Оно более-менее одно на той ноте вышло. Лечиться, наверное, тоже пока что не буду. Я бы, наверное, где-то бы сохранился бы. Ага, без выживших, отлично. Чувак, пора искать себе новую девушку. Так, нам туда. О, сейв, отлично. Empty slot. Так,
Да, минутку. Думаю, да, ребятки, тогда будем заканчивать. Вот эти вот, еще вот эту серию, еще несколько сделаем покороче. Во-первых, они все равно насыщенные. Да, мы относительно геймплея сделали не так уж и много, но мы там задание завершили, продвинулись, походили, пособирали секретики, сохранились. Постараюсь дальше делать серии подлиннее. Пока что будем делать такие получасовые. Я понимаю, что это не так много, как некоторым хотелось бы. Но пока что есть. Поэтому будем заканчивать. Спасибо, что были с нами. Всем удачи. Добра, бобра. Всем ладушек. Всем покеда.